Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка, и сегодня у нас с вами будет распаковка Бьюти Адвента, но очень необычная. В первый раз я распаковываю не сборную солянку из какого-то магазина корейской косметики, а Адвент-календарь от самого настоящего корейского бренда. Притом это не какой-то ноунейм, это бренд косметический, который мы все с вами знаем уже очень много лет. Это рождественский календарь из ведьминого котла Манюфактори, да? Манюнечка, как мы его в группе называем. Я его тоже люблю называть Манюнечка. И бренд замечательный. У меня очень много косметики от этого бренда. Я активно ей пользуюсь. И поэтому просто счастье, что корейский бренд, притом такой хороший, известный корейский бренд, выпустил вот такой замечательный свой календарь. Очень часто в комментариях девушки спрашивают, почему я не распаковываю календари с корейской косметикой. По большей части это сборные солянки из магазинов, которые продают эту косметику. И есть две причины, почему я их не покупаю. Я всегда, когда что-то не делаю, к этому есть минимум две причины. Первая причина – я никогда не покупаю косметику вот в этих магазинах, потому что все, кто однажды хотя бы там отоваривались и не поленились зайти на главную страничку, они находятся в Гонконге. Корейские известные магазины корейской косметики, в которых все, кто не попадя, закупается, находятся физически в Гонконге. И это написано на сайте. Я не могу понять, почему косметика приезжает из Южной Кореи в Гонконг, становится дешевле и разлетается по всему миру. Здесь что-то не то. Я очень много купила подделок в этих магазинах, да? И перестала с ними иметь дело вообще. Ну и вторая причина. Собираются наборы Адвент для маленьких девочек, для подростков. Я бабушка 50+. И я не хочу получить за 100 евро, 140 евро очередную резиночку розовенькую для волос. Да? Чехольчик для телефона с помпончиками. Тоже не хочу получить. Или вот эту вот, знаете, повязку на глаза из меха молодого синтепона, от которой у меня будут еще и морщины закладываться. Вот этого всего розового барахла мне не надо. А в календарях, я сколько не смотрела распаковок, вот эти корейские магазины, они собирают абсолютно всякую хрень. Будем называть вещи своими именами. И однажды я пошла на поводу у своих подписчиков, да, решила сделать вам приятное, сделала распаковку из немецкого магазина корейской косметики. Это был ужасный адвент-календарь. Он был очень-очень. Но не будем портить настроение, тем более у меня в руках вот такая роскошь. Мы сейчас все это будем смотреть, распаковывать, трогать, нюхать и составим свое мнение, как же выглядит корейский адвент-календарь от известного бренда, да, от Манюнечки, и что же туда положили. Вот такой огромный у нас с вами большой красивый календарь, да. Так, теперь давайте это волшебство откроем. Вот, он действительно огромный, и мне придется вот так вот в кадре передвигать окошки, но я думаю, что нас с вами это не смутит. Я очень рада, что хороший, солидный, известный косметический бренд Manufactory наконец выпустил рождественский календарь. И я очень рада, что я сейчас с вами буду его распаковывать. Ну, давайте смотреть, что же для нас Манюнечка, как я их называю, припасли. И здесь номер один, вот он прямо здесь. Давайте его открывать. Так, ой! Ничего себе, такая полноразмерочка сразу. Слушайте, не выпускали корейские бренды календари, как выпустили. Так прям пошли клочки по закоулочкам. Так, иди ко мне, моя хорошая. Это классика корейской косметики. Знаменитейшая сыворотка с пробиотиками. Здесь бифида и лактобактерии. Это сыворотка для восстановления защитного слоя кожи. Для девушек, проживающих в жарком климате, это просто настольная сыворотка. Вот бывают настольные книги, бывают настольные сыворотки для проблемной кожи. И это про восстановление микробиома. Если все еще в 2023 году используете в уходе кислоты, да, девушки с возрастной кожей, молодежь, понятно, зачем им кислоты, нам они не нужны. Если ретинольчиком балуетесь,
без него никуда, то это восстановление микробиома, защитного слоя кожи и потрясающее средство. Просто умнички, молодцы. Давайте двигаться дальше. Вот бы весь календарь был такой же. На данный момент в моей уходовой рутине антивозрастной средств от этого бренда нет. Потому что у меня возраст 50+, я из него выросла. Но я очень активно использую в уходе дополнительные средства ухода за кожей от этого бренда. Например, тканевые маски, пады, маски, стики. Очень люблю их санскрины. Культовое гидрофильное масло для удаления макияжа, санскринов. То есть у этого бренда очень много всего интересного. И я надеюсь, что что-то хотя бы, если не все, будет в этом календаре. Циферка 2 у нас с вами здесь. И здесь. Да неужели что я думаю? Нет, это не то, что я думаю, но это не хуже. Это очень зимний такой товарищ для нашего климата. Крем с пантеноном. Ой, я же вам не показала сыворотку, консистенцию. Давайте смотреть. От радости это слушайте. Смотрите, бабушка в приподнятом настроении и не понимает, что делает. Это очень интересная сыворотка. Кто любит Estée Lauder с пробиотиками линию, посмотрите, как они похожи. Кто любит Миша с пробиотиками, все, исчезло в коже. Для жирной, для сухой, для очень жирной, для любого климата, для какого угодно, все, ее в коже не видно. И это была сыворотка с бифидобактериями. А мы сейчас с вами посмотрим, что за крем с пантенолом и почему он хорош зимой. Пантенол успокаивает, защищает кожу, надолго задерживает в ней влагу. И что же нам еще нужно зимою? Да? У нас на севере кожа страдает от перепада температур. В помещении 21 это я вспомнила, бабка, когда девкой была, сейчас у нас 15-17, но все равно на улице-то минус. И очень-очень влияет на сосуды, на общее состояние кожи перепад температур. Вот такой нежный, приятный крем с пантенолом наносится до, например, выхода в морозную ночь. Да? Мало ли кого зачем туда морозную ночь это понесет, какие наши годы. И вот этот крем кожу прежде всего защищает. Отлично, очень хороший крем, да, никаких нареканий. Давайте смотреть, что в третьем окошке. Для начала его еще нужно найти. Третье окошко у нас вот здесь, вот на чердаке. И кто ж у нас там живет? Живет у нас тут что-то очень интересное. Ребята, это что? Это губная... Нет, это румяна от Manio Factory. Тут я должна сказать, что я первый раз за всю историю своего блогинга держу в руках декоративную косметику от этого бренда. И это очень интересно. Конечно же, без запаха. Большая часть косметики от этого бренда либо не имеет отдушек вообще, либо они очень нежные. И давайте посмотрим, что за румяна. Так. Очень-очень нежные. Очень. Потрясающий набор идет средства потихонечку. Давайте посмотрим. Вот такой интересный оттенок, совершенно нюдовый, который идет всем. Посмотрите, как красиво все это сделано. Очень-очень интересно, да? Очень интересно. Оттенок у нас здесь 0,3. Очень натуральный, красивый оттенок. Посмотрите, какая прелесть. Нет, ну просто роскошь какая-то, да? Отлично. Так, четвертое окошко. Вот оно, четвертое окошко, вам видно? Видно. О, это новиночка, недавно вышедшая. Смотрите, что у бабушки есть. Нет, это не из календаря, это у меня тут вот есть уже такое. Это пенка для умывания. Чем она отличается от многих других пенок? Ну, здесь витаминки, здесь все замечательно, но эта пенка день за днем очень деликатно отшелушивает отмершие клеточки кожи. Что дает такое деликатное отшелушивание ежедневное? Это дает нам возможность реже использовать сильные, агрессивные, всевозможные дерущие пилинги. То есть это очень хорошо и выгодно для кожи. Пенка замечательная. Взбивается в руках в воздушную пену, и я уже ее начала тестировать, пока ею довольна. Вот так вот интересно бывает. Дальше, пятый номер.
То есть они здесь новиночек много положили. Пятый номер у нас с вами вот здесь. Это не что иное, как новый санскрин. У меня еще нет такого санскрина, но я о нем уже читала. Для тех, кто живет в жарком климате, использование санскрина в любое время года объяснять, обосновывать как-то и настаивать на нем не нужно. Все это знают. Но у нас на севере тоже не стоит зимой расслабляться. И если ежедневный санскрин я не наношу, то, например, прогулка, да, в заснеженном лесу на солнышке. И я уже даже не говорю о санках и горнолыжных склонах. Санскрин обязательно нужен в таком случае зимой. Потому что солнце еще и от снега отражается. Да? Очки от солнца никто не забывает зимой носить, а санскрин забываем. И это санскрин увлажняющий. Да? Плюс это санскрин, который без тональной основы дает эффект тональной основы. Называется это дело Tone Up. Вот такой вот замечательный санскрин. Я очень много его нанесла. Конечно, его столько не нужно. Но я зато покажу вам консистенцию. Она сливочная, легчайшая. У бренда отличные консистенции. Это я вам могу сказать. И даже такое количество впиталось. Что я имею? Ну, давайте сравним, что я имею. Ухоженная, сияющая изнутри молодая кожа. Подходит для любого оттенка кожи, потому что он с ней сливается и исчезает. Сказать, что я что-то нанесла, невозможно, потому что средство легчайшее, сливочное. И вы знаете, замечательный санскрин, просто умнички. Аромата нет. Отлично, просто отлично. Ребята, молодцы. Так держать. Я была уверена, что хороший корейский бренд, конечно, не подведет. И вот... вот что получается, когда бренд хороший берется за календарь и для нас его делает. У меня вообще созрела тут мысль, которая звучит как тост. Давайте в комментариях под видео, под этим, под каким угодно, давайте обратим на себя внимание. Пусть для нас Sum37, The History of Wu, Sulvasu, Ahvi, Hera, пусть они тоже сделают для нас календари. Ну что же это такое? Хочется же... Вы представляете, какой сделает календарь The History of Wu, если они вот такой вот просто кушон к Рождеству выпустили, да? Это просто кушон. Ссылочку, кстати, выложу обязательно в инфобоксе под видео. Кто себя еще не побаловал, там, по-моему, несколько штук у нашего торговца остались. Какая роскошь, да? И это был четвертый номер. Мы двигаемся дальше к номеру пятому. Так, где же у нас пятый номер-то? Мартышка к старости слаба глазами стала. Так, а искать-то надо шестой. Бабушка не только, мартышка не только глазами стала слаба к старости. Что это такое интересное? Это бифидобиом тонер. И если так же гладенько пойдет у нас с вами дальше, то мы к распаковке, к 24 числу, соберем целую уходовую линию с пробиотиками. Да? Ну, здесь мини-версия, но сыворотка значительно быстрее расходуется, чем тонер. Это мы все с вами знаем. А если не хочется использовать всю линейку, можно этот тонер пустить только на компрессы. Берем вот такие вот замечательные пады. Тоже ссылочку кину в инфобоксе, они продаются. Напитываем тонером и наносим на кожу, на лицо на 3 минуты всего. Это отличная компенсация тканевой маски. Знаете ли, когда температура воздуха в квартире 15-17 градусов с мокрой тряпкой на лице сидеть, ну просто не хочется, а надо. Следующий у нас с вами седьмой номер. Здесь такой вот стеллаж с книгами. Нет, это не стеллаж с книгами, это шкафчик с баночками, да? Ой, что-то тут такое интересное. Обратите внимание на размеры средств. Это уже второй полноразмерник. Если они так же будут дальше продолжать, обалдеть можно. И здесь недавно вышедший концентрат сыворотки. Что это такое? Это сыворотка вот такая. И сейчас очень многие корейские бренды делают версии так называемые Pro. Они берут испытанное временами средство и не снимают его с производства, как было раньше, чтобы все вокруг бабушки бегали, кричали, где мой крем, где моя сыворотка, где мои ампулы. Но они просто усиливают, используя современные достижения науки и техники, современные ингредиенты. И поэтому наша кожа уже не нуждается в тестировании, в пилотном, скажем так, испытании новых средств. Мы берем хорошо проверенное старое, но в высокой концентрации из
добавками новыми. То есть котел косметический не меняется, и коже очень легко перестраиваться на вот такие интенсивные средства. Что же это за средство? Давайте смотреть. Мне очень интересно. У меня его нет. Ой, какая тут роскошь. Очень-очень смахивает на предыдущую свою версию, но немножечко гелеобразно это все. Какая нежность! Это совершенно нереальная нежность с ароматом миндальных орешков. Вкусный, вкусный, приятный аромат. Обалдеть можно! Здесь вдвое больше пробиотиков, поэтому вдвое больше пользы. И вот это, кстати, уже можно использовать и для возрастной кожи. Это я обязательно включу в свой ретиноловый уход. Кто не знает, какой бабушкин уход на зиму, пожалуйста, у бабушки уже видео на канале, вас с нетерпением ждет. Обязательно заглядывайте. Давайте двигаться дальше. Это у нас такой замечательный был 7-й кармашек. Чем же нас порадует 8-й? У меня уже нет сомнений в том, что нас чем-то порадует. Давайте я вам хорошо его покажу. Надо же хорошо все показывать. Чего ж лениться-то? Вот он, 8-й карман. Мы в торжественной обстановке открываем. И здесь у нас с вами, знаете, что это? Здесь целый курс. И вот посмотрите, просто посмотрите на это. Если европейские люксовые бренды в календари по 300, по 600, по 700 евро кладут вот такую вот маленькую одну подушечку и говорят, нате, пользуйтесь. Что делает корейский бренд? А он кладет курс вот таких подушечек. Да, Корея щедрая душа. Ну, просто молодцы, просто отлично. Сейчас расскажу, что же это такое. Это компрессы. Это курс замечательных просто компрессов, которые можно даже с собой в сумочке носить. Здесь раз, два, три, четыре, пять шикарных совершенно упаковок. И в каждой, смотрите, что лежит. Так, давайте смотреть. Здесь у нас с вами лежат пады. Две штучки. Но посмотрите, какие они толстые. Они просто толстенные и рифленые. Что это на самом деле дает? Высоченную гигроскопичность. А что она дает? Когда мы наносим это дело на лицо, например, у многих зимой щеки пересыхают до шелушинок, наносим вот так вот на щеки на 2-3 минуты. И за счет того, что это потрясающе толстые компрессы, мы облагораживаем влагой не воздух в комнате, а нашу кожу. Какая прелесть! Здесь листики, да? Ребята, это потрясающая роскошь. Это отличная вещь. Аромат, ну, какой-то очень-очень легонький, есть практически незаметный. Отлично, ребята, пока просто шикарно все. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас с вами номер 9, и он у нас притаился. Вот он, в уголочке притаился. Так, сейчас бабушка откроет. Что же у нас здесь такое? Это крем, антивозрастной крем. И это крем ни мало ни много с женьшенем. Раньше этот бренд женьшенем не занимался. Это была прерогатива, скажем так, в основном люксовых брендов и ориентальных. Но вот решили выпустить свой крем с женьшенем. И здесь используется сапонин, да, женьшеня. Это крем на ранний антиэйджик. Я не думаю, что для возрастной кожи от него будет какой-то потрясающий профит для самой возрастной кожи. Но вот именно ранний антиэйдж. Это великолепно. У меня этот крем отправится к ребенке. Ей 28 лет уже. Там уже первые возрастные изменения, конечно, начинают проявляться. Что касается крема, он исчезает в коже. Ни липкости, ни жирности. И он праймерит. И праймерит очень заметно. Многие корейские кремы дают два эффекта. Первый – это визуальный, который вечером исчезает в раковине, да, когда мы смываем косметику. А второго эффекта нужно ждать. Иногда 28 дней – это цикл обновления молодой кожи, а иногда приходится нам, возрастным девушкам, ждать 2-3 месяца и больше. Поэтому, кто мне пишет в комментариях, я целых 2 недели пользовалась этим кремом, и у меня нет эффектов. До свидания! Дальше. Что здесь у нас? 10-й номер. Вот он здесь. Айс свил гнездо на крыше. Оказалось, это тонер. Лучший дружочек вот этого крема. Для самой молодой кожи достаточно будет что сделать? Умыться, нанести тонер, нанести крем, идти в школу, в институт или куда мы там шли. Так, дальше. Это у нас 10-й номер был, да? Да. 11-й номер, вот он где.
Ну, тут с самого начала было ясно, по крайней мере, мне было ясно, что без этого средства адвент от Манюа, от Манечки, не обойдется. Это культовое средство. Использую лет, наверное, 10. Очень его люблю. Это гидрофильное масло для очищения макияжа, санскринов и загрязнений. Все, что угодно очищает. Ну, как это используется? Наносим на лицо, берем немножечко воды, да, на руки, массируем, получается пена, мы ее смываем, абсорбирует все. Для тех, кто пользуется санскринами, такие средства необходимы, потому что это дело смешивается с санскрином, прикидывается своим и вытягивает его изо всех пор. У них в линии несколько таких гидрофильных масел, вот это витаминное, и у них есть еще для проблемной кожи, и еще одно какое-то есть для возрастной. Так, ну давайте двигаться дальше. 12 номер у нас с вами здесь. Так, подарочек. Нарисован. Что это такое интересное? У них обложки, точнее упаковки изменились. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Нет, можем. И это крем для рук с розой. Вы знаете, что упаковка? Сейчас посмотрим содержимое. Но есть у меня подозрение. Недавно корейский люксовый бренд Ахви выпустил такой крем с розой, от которого все корейские блогеры просто описались. И мне очень кажется, ой, мне все больше кажется, что здесь бренд Манюнечка наш любимый взял и вдохновился. Да, это просто один в один. Это аналог, я уже смело могу сказать. Аромат? Да, и аромат. Это аналог люксового бренда Ахви. Ну, такой крем для рук выпустили. Ну, чем-то напоминает, но консистенция, аромат просто один в один. Интересно, что корейцы очень часто такие вещи делают. Друг у друга подворовывают идеи на ура, и, наверное, у них это нигде никак не оговорено, никто не обижается, все продолжают двигаться дальше. Тут бы Финляндия уже стоял вой на болотах, да, как собаки Баскервилля, все бы передрались из-за какой-то циферки, которая написана так же, как где-то, был бы дикий скандал с судебными процессами. Ну, делать-то нечего. Это время же можно потратить на разработку косметики, но зачем? Так, давайте не будем ворчать над такой красотой, давайте открывать номер 13. Что здесь? Ой, какая интересная здесь вещь. Это сыворотка с низким молекулярным коллагеном, которая наделала очень много шума в корейской бьюти-сфере примерно 2 года назад. И у меня, конечно же, она была на тестировании, у меня есть на нее отзыв. Дело в том, что она умеет сужать контуры лица. Кореянки как ненормальные носятся со своим контуром лица. Он должен быть не просто без брылей, он должен быть еще и узеньким. Вот такой вот V-образный подбородочек. И кто-то режет, а кто-то по молодости обходится средствами вот такими. Как происходит сужение контуров лица при нанесении сыворотки? Очень просто. Эффективный лифтинг. Наливаются щеки, устраняется дряблость кожи, устраняются провисания. А что кожа провисает? Дряблая, вот и провисает. Напитываем, увлажняем вот такой роскошью и имеем подтянутые контуры лица. Ясно, наверное, ясно, не знаю, может быть и не ясно. Тогда поясню, что многовековые десятилетней давности брыли от таких средств в кожу, в лицо не втягиваются. Как бы нам этого не хотелось. Для укрепления контуров лица, для устранения первых вот этих вот проминаний, провисаний, некрасивости, такая сыворотка работает отлично. Это тот момент, почему я так радуюсь, что у меня все больше и больше молоденьких зрителей, потому что брыли нужно не допускать. Это легко и просто. Я схватила свои, скажем так, уплывающие контуры лица в 39 лет, и это совершенно реально, без каких-либо пластических операций. Это все возможно, но это дешево и невыгодно вам рассказывать. У меня есть целое видео, как поддерживать контуры лица в приличном состоянии. Кому интересно, заглядывайте. Бесплатно. Все есть. Средства, как, что, куда наносить, какие маски, какие бандажи. Абсолютно все есть. Дальше. Дальше. Какой у нас номер? 14. 14 номер у нас вот здесь вот притаился. Так. И здесь очень нужная в хозяйстве зимой вещь. Бальзам для губ. У этого бренда замечательный бальзам для губ. Здесь обычная совершенно упаковка. Это нежное, очень приятное средство с легким-легким запахом, ну, конфетки с миндалем, с сахарным, что-то вот такое, вот очень нежное. Плотный, хороший вот такой вот бальзам. И для губ зимой то, что нужно. Двойное увлажнение и мягкость губ.
Что здесь важно? Двойная порция керамидов. Ну, не написали по сравнению с чем двойная. Ну, так ладно. И пантенол. Все тот же зимний защитный пантенол. Отлично. Аромат безумно приятный. Вы знаете, мне захотелось сладенького. Очень захотелось сладенького. Вкусный-вкусный. Если таким будет пахнуть все время под носом, то либо будет очень хотеться сладенького, либо будет эффект, что мы его уже наелись. И хотеться будет не так сильно. 15 номер. Здесь что-то большое. Если не сказать огромное. Я теряюсь в догадках. Я не смотрела, что здесь есть. Ой, как интересно. Здесь целый курс. Опять-таки, обратите внимание, это не одна жалкая попытка приобщить нас к мировому люксу, а целый курс, 5 штук замечательного средства. Это шампунь и бальзам. Шампунь и бальзам для волос. Я не буду сейчас их открывать, потому что все знают, как выглядит шампунь и бальзам для волос. Здесь ничего особенного. Это для предотвращения выпадения волос. Линия. Отлично. Ну, замечательный курс. Просто замечательный курс. А могли бы положить, как бы сделали Ланком? Они бы взяли, вот так разрезали бы, положили бы в одно окошко один пробничек шампуня, а в другой один пробничек бальзама, потому что, ну, они же такие дорогие, они же такие хорошие. И вот что делает корейский бренд. Ну, спасибо, ребят, что? Спасибо, знаю, что у меня корейцы смотрят, даже из брендов уже посматривают. Молодцы. Так, огромное наполнение. Просто огромное, хорошее, качественное наполнение. И красивое. А что самое главное, пока все в дело, не возникло желания ничего выбросить. А это желание меня просто все время настигает, когда я какие-нибудь европейские или какие-нибудь вот эти корейские календари, собранные магазинами, смотрю. Там просто соревнование идет, кто бесполезнее сделает календарь. 16 номер вот здесь наверху. Так, ой, что это? А, неужели это стик? Ой, давайте это будет стик, давайте это будет стик. Давайте, ну, пожалуйста, как я люблю стики. Ура, это стик. Это стик из этой самой линии, которая сужает контуры лица. Стик от морщин. Какой классный стик. Мамочки мои дорогие, вот ради этого всего, вот этого стика, можно приобретать смело весь календарь. Он шикарный. Что я делаю со стиками от морщин? В течение дня, если у меня есть макияж, я промакиваю морщины. Если у меня макияжа нет, то я делаю на все лицо вот такой хороший, качественный, замечательный массаж. И здесь имеет смысл, конечно, от центра лица к периферии и снизу вверх пройтись по контурам лица вот этим стиком. Это лифтинг, это низкомолекулярный коллаген с пробиотиками, отличная линия. Ой! Ну, я уже прям даже не знаю. Ну, тут уже сложно что-то испортить. Уже здесь столько коробочек открыто, что уже вряд ли они испортят. Значит, 17-е окошко у нас с вами вот здесь. Узенькое такое, что-то такое интересное, ребята. И здесь два пробника. Перехвалила. Ну, ничего, все равно их два, понимаете? Два, а не один. И это эссенция успокаивающая, заживляющая для проблемной кожи, для раздраженной кожи. Купероз, розация. И напомню, что ни одно косметическое средство не лечит ни розацию, ни купероз. Это делают врачи. Но эти средства призваны не дать усугубить положение, снять лишнее раздражение кожи, так? Успокоить ее. Отлично. Зимой такие средства нужны. Кожа зимой капризничает, отопление вносит свою лепту, да? В безобразие кожи. Сотрудничают. Проблемная кожа тесно сотрудничает с отоплением. Так, 18 номер у нас вот здесь вот наверху. Смотрите, где. Хотела сказать, под куполом цирка. Ну, какой же тут цирк? Тут дом прямо. Отель. Ой, это же, наверное, для роста ресниц. Да. Это средство для роста ресниц с 4 факторами роста, от которого мои ресницы не растут. Но в группе были хорошие отзывы. В группе были очень приятные отзывы, что росли у людей ресницы. Единственное, что... Откуда пришли эти средства? Эти средства пришли от побочных явлений из медицины. Когда людям с глаукомой прописывали определенные лекарства, капли в глаза, заметили, что у них буйным ростом растут ресницы. На основе всего этого были сделаны средства. Я совершенно не хочу сказать, что они вредные. Я вам рассказываю, откуда они пришли. Я думаю, что большая часть косметики, вот такой хорошей, эффективной, пришла из медицины. Да? И здесь сложно кого-то удивить. Это и ретинол, это и хитозан, это и добинон. Но
Но у меня лично от них ресницы не растут. Ничего интересного не происходит. И что я должна сказать обо всех этих средствах? Их нужно использовать, ну, как бы с умом. Потому что есть средства для роста ресниц, которые в состоянии изменить на время, а то и навсегда, определенный цвет глаз, радужку. То есть глаза становятся крапчатыми. Нужно проверять это обязательно, можно ли на ваших глазах это использовать. И пигментация происходит верхнего века. Очень часто от них пигментация происходит. Пигментация добирается даже до самого глаза. Коричневые пятнышки бывают. Об этом не рассказывают. Но зачем вам рассказывать? Вам скажут, что у вас будут длинные ресницы. Вы же побежите, да? Да, побежите. Ну вот, чтобы вы не остались сидеть спокойно со своей карточкой в руках в кресле, вам этого не расскажут. Но, в принципе, информация доступна. Заинтересоваться, если заинтересоваться, почитать и найти ее несложно. Что касается всех этих средств, что их объединяет? Как только вы прекращаете их наносить, длинных ресниц вам больше не видать, потому что они не меняют структуру самих ресниц, они просто их на какое-то время заставляют быстрее расти. Вывалилась ресница, на новую не наносили, новых ресниц ждать неоткуда. Так что с моей точки зрения это средство бесполезное, но кому-то понравится. Так, это у нас был номер 18, 19 номер. Что-то тут у нас за фикус в окошке. Это не фикус, это подарочек. Ой. И это эмульсия к сыворотке и к тонеру. Видите, уже складывается линия, уже, в принципе, уходовая линия есть. Осталось только крем здесь найти. Это тонер, сыворотка и эмульсия. Для жирной кожи, кстати, этого вполне достаточно. Для жирной кожи вот крем на это все наносить уже не нужно. То есть, ну, посмотрите, какая прелесть. У нас прямо из календаря вылезла уходовая линия. Притом малый размер, скажем так, тонера и эмульсии смущать не должен. У этих средств минимальное использование. Так, очень экономичное. 20 номер. Мы уже подбираемся к главному подарочку, да? Вот тут 20 номер у нас наверху. Давайте вам покажу, где. Здесь. Правда, не знаю, что вы будете делать с этой информацией, что здесь 20 номер. Все, кто заказывает такой календарь, будут самостоятельно, я думаю, распаковывать, не справляясь с видео. И это... крем, интенсивно увлажняющий крем, ну, грубо говоря, с дрожжами, да, будем называть вещи своими именами. И это крем-эссенция. Чем интересен крем-эссенция? Это крем как крем, но с очень большим количеством активных ингредиентов. Крем-эссенция – это не то, что заменит эссенцию в уходе, это имеется в виду как раз то, что здесь много всякого добра для кожи. Крем нежный, сливочный, знаете, какой плотненький. И как хорошие бренды научились делать, он не остается на коже кремом. При соприкосновении с теплой кожей начинает подтаивать, таять и растворяться в ней. Становится немножечко даже жидковатым. Но превращается не в масло, да, как мы можем ждать от жирного крема. Он жирный, очень жирный. А в водичку. Да, такой легкий бальзам. Дальше. Что же у нас дальше? Это у нас был номер какой? 20-й, 21-й здесь. Ой, все ближе день Х. Будем смотреть, что здесь. Мамочки дорогие, ну щедро как, ребята. Мамочки дорогие, щедро-то как, ребята. Это сыворотка с теми же дрожжами и с пробиотиками. Она для борьбы с пигментацией и для восстановления защитного слоя кожи. Плюс... очень сильное увлажнение. У меня была эта сыворотка неоднократно в уходе. Вот к ней крем. То есть уже есть часть уходовой линейки. Могу только рекомендовать это средство. Сейчас посмотрим консистенцию. Консистенция жиденькой водички. То есть уже как бы две уходовые линейки практически... Нет, три уходовые линейки уже практически сформировались. Притом для любой кожи все три. Так... жиденькая водичка. Давайте мы это все не будем закапывать, заляпывать, пачкать. Здесь, видите, она очень скользкая от большого количества гиалуроновой кислоты. Да? Рукав у меня уже весь напитан. Молодой теперь будет. Да? Так, давайте двигаться дальше. Это был полноразмерник. 22 число. Так. Знаете, что такое? Ой, это такая прелесть, ребята. Это такая прелесть, которую я использую даже в своем возрасте. Крем с бифидобактериями, с пробиотиками для кожи вокруг глаз. Он шедеврален. Это реально чудо. У меня очень много отзывов в группе, на сайте.
видео я его показываю периодически, он у меня мелькает. Чуть назад не убрала от радости. И это нежнейшее нечто. Смотрите, как он тает. Это смесь геля с кремом. Прицельное средство от гусиных лапок, от морщинок. Восстанавливает кожу из руин. В большом размере, да, да. Это шедевр. Просто шедевр. Мои самые теплые рекомендации для возрастной кожи вокруг глаз. То есть в нем прекрасно все. Там и напитка потрясающая. Там все просто шикарно. 23 номер. Так, а как это я открыла 22 и пропустила 20? Ой, народ, извиняюсь. Я не разглядела. Я думала, это 21, открыла 24. Так что мы теперь знаем, что здесь шикарный подарок. Ну, давайте теперь уже открывать 20 и 23. Ах, бабушка, бабушка. Что ж ты творишь-то? Ой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Ой, посмотрите, как упаковано средство. Да? Все в колпачке. Чистенько. Да? Не болтается абы как. И это... Сыворотка с витамином С. Посмотрите, как она грамотно упакована. Здесь имеется шот, и перед использованием мы его продавливаем. Дальше в дело вступает пипетка. Открываем, меняем. И стеклянная баночка. Это очень важно. Темная стеклянная баночка для витамина С. И вот это все еще убирается в темное помещение. У бренда хороший витамин С. И это прекрасный курс даже для самой возрастной кожи. Ну, просто я его буду наносить под какую-то другую интенсивную антивозрастную ампулу. И здесь у нас с вами 23 число. Так. Ой, как интересно. Это средство, конечно, для более молодой кожи. Это умывалка с содой для очищения пор. На возрастной коже этому средству делать абсолютно нечего. Но если даже у возрастной девушки большие поры, постоянно забивающиеся, жирный блеск, то периодически такое средство будет очень кстати. Так, ну мы с вами, кажется, открыли все, да, все. И что должна сказать относительно календаря? Он шикарен, он шикарен. Кроме вот этой сомнительной сыворотки с факторами роста для ресниц, ну, как сомнительно, я не буду ей пользоваться. Кому-то, может быть, она очень сильно нравится и нужна. У меня просто никаких больше претензий нет. Здесь очень хорошо вот эти вот пробники и все эти пады положили кучкой, курсом, чтобы мы их попробовали. И у человека, который, наверное, получает такой подарок впервые, со всем этим сталкивается, разбирается, смотрит и пробует, конечно, возникнет желание вернуться к этому бренду, посмотреть, что у него на полочках снова и снова. Отличный календарь, потрясающее настроение, которое он поднимает. Ну, такая сегодня получилась распаковка. Не знаю, как вы, я очень довольна, я просто в восторге от этого календаря. И напишите, пожалуйста, в комментариях, разделяете ли вы мой восторг, понравился ли вам этот календарь. Ну, такое сегодня получилось видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое, может, даже если не такой целый календарь, да, то средства из него. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока!